Сотрудники полиции разыскивают пострадавших от преступных действий подозреваемого. О совершении преступлений уже поступило 3 заявления от жительниц Ульяновска. Был задержан ранее судимый 32-летний неработающий ульяновец. Следствием установлено, что мужчина в дневное время подходил к женщинам и спрашивал, как пройти до нужного ему адреса. Пока прохожие отвлекались, он срывал с шеи золотые украшения и скрывался с места происшествия. Похищенные золотые изделия куда вы сбывали? В ломбарды, в комиссионные магазины. Денежные средства, полученные от продажи золотых изделий? На свои нужды. Если вы пострадали от действий данного гражданина, просим сообщать об этом в МВД России по Заволжскому району по номерам 42 91 43 и 8 927 803 21 58.